Рыбинцы отметили день рождения микрорайона Мариевка. На торжественном открытии наградили наиболее активных жителей. Главными героями праздника стали отец и старший брат Андрея Фомочкина. Именно Андрей на церемонии открытия Паралимпиады в Бразилии во время шествия команд развернул российский флаг. Громкая история стала частью нашего региона. Уже на следующий день выяснилось, его родственники живут в Рыбинске, в микрорайоне Мариевка. Самого Андрея позже лишили аккредитации. Отец поддержал поступок сына и заявил, он гордится, что воспитал такого патриота. Мой брат, он, как говорится, выполнил то, что было ему поручено командой. Вот, выполнил блестяще, я считаю, чем вызвал, как говорится, бурю восхищения как в России, так и в Белоруссии. Вот. Но еще раз подчеркиваю, что герои, конечно, паралимпийцы, которые приняли это решение, белорусские. И большое им за это спасибо.